Доброе время суток, дамы и господа. Картина ТВ, Юрий Тенман, вопросы и ответы. Олимпийский выпуск номер 3. Итак, Олимпиада в Париже набирает обороты, несмотря на то, что еще нет торжественного открытия, оно еще будет и ждет нас впереди. Конечно, мы его увидим. А сейчас я вам расскажу, что самого интересного произойдет на Олимпиаде сегодня и где что посмотреть. Как всегда, смотрим 3-4 канала Евроспорт 1-2 и смотрим с вами каналы ITV Азербайджан и LTV 7 Латвия. Итак, сегодня включается прежде всего новые виды спорта. Это гандбол, турнир среди женщин. Женский гандбол очень зрелищный, очень интересный и очень красивый вид спорта. Его всегда интересно смотреть, особенно на таком высоком уровне, как Олимпиада. Сегодня состоятся несколько матчей. Трансляции их идут одна за другой в двух сегментах. Сначала вы увидите сразу две игры. Это Словения-Дания и Нидерланды-Ангола. А дальше, через небольшой перерыв, еще две игры. Испания-Бразилия и Германия-Южная Корея. Также сегодня начинается турнир по футболу среди женщин. После репортажа из гандбольных площадок будут показаны матчи Испания-Япония, Германия-Австралия и Франция-Колумбия. Что касается еще показов других, то, конечно, интерес для кого-то может представлять четвертьфинальные матчи турнира по регби 7. И они сегодня тоже состоятся в рамках Олимпиады в Париже. Друзья мои, это то, что мы с вами сегодня увидим. Смотрим Олимпиаду дальше, будем наблюдать за играми и будем радоваться огромному празднику спорта. До новых встреч, завтра я выйду в эфир и расскажу, что будет в сетке программы Олимпийских игр завтра и какие соревнования можно будет посмотреть. До новых встреч, Юрий Тенман. Картина ТВ, вопросы и ответы. Подписывайтесь на Картину ТВ и оставайтесь с нами. До новых встреч!